Татарская сказка. Три сестры. Жила-была женщина. День и ночь она работала, чтобы накормить и одеть трех своих дочерей. И выросли три дочери, быстрые, как ласточки, лицом похожие на светлую луну. Одна за одной вышли замуж и уехали. Прошло несколько лет, тяжело заболела старуха-мать, и посылает она к своим дочерям рыжую белочку. «Скажи им, дружок, чтобы ко мне поспешили». «Ой!» — вздохнула старшая, услышав от белочки печальную весть. «Ой, я бы рада пойти, да мне надо почистить эти два таза». «Почистить два таза?» — рассердилась белочка. «Да будь же ты с ними вовек неразлучна!» И тазы вдруг вскочили со стола и обхватили старшую дочь сверху и снизу. Она упала на пол и уползла из дома большой черепахой. Постучалась белочка ко второй дочери. «Ой!» – отвечала та. «Я сейчас бы побежала к матери, да очень занята. Надо мне к ярмарке наткать холста». «Ну и тки теперь всю жизнь, никогда не останавливаясь», – сказала белочка, и вторая дочь превратилась в паука. А младшая месила тесто, когда белочка постучалась к ней. Дочь не сказала ни слова, даже не обтерла рук, побежала к своей матери. «Приноси же ты всегда людям радость, мое дорогое дитя», — сказала ей белочка. «И люди будут беречь и любить тебя, и детей твоих, и внуков, и правнуков». И правда, третья дочь жила много лет, и все ее любили. А когда пришла пора ее умереть, она превратилась в золотую пчелку. Все лето день-деньской собирает пчелка лед людям. А зимой, когда все вокруг гибнет от холода, пчелка спит в теплом улье, а проснется, ест только мед и сахар.